В общем, я сейчас буду вам излагать не до конца продуманную мысль. По предмету, в котором я являюсь дилетантом, еще и на недоделанной презентации. В общем, полный набор белый. Да, делайте скидку. Ну, собственно, тема вот такая вот. Чем OpenStreetMap отличается от классических GIS? Сейчас он немножко похож на AutoCAD. Не надо кому-то рассказывать классические GIS, или это можно сразу пробовать? Ну хорошо. Но так как у меня архитектурный бэкграунд, я по образованию архитектор, сейчас вот GIS-ами плотно занимаюсь, причем пришел в них через OSR. У меня, соответственно, вот такой вот опыт, и есть некоторые соображения по этому поводу, которыми я хотел поделиться. Соображения такие. Я могу рассказывать про саппорт, про GIS, про OSM, так как это все между собой связано и наоборот не похоже. Это потому что соответствующий пример только нужно делать. Традиционные GIS, информационные системы, что они себе представляют? По большому счету, в первую очередь, это системы, оперирующие геопространственными данными. Это геометрические объекты, к которым привязана или не привязана атрибутная информация, описывающая разного рода, и у которых самое главное есть привязка к местности, причем такая, что фактически мы можем узнать, где они находятся либо локально на каком-то участке, либо глобально на глобусе. Вот, это, собственно, вся суть GIS. И самых главная ценная часть — это, собственно, данные, GIS-данные, которые состоят из геометрии, атрибутной информации, связанных между собой. Все очень четко структурировано. Первое. В классических GIS-данных есть, чаще всего это 6 типов данных. Это точка, линия, полигон. Вот. Ну и еще есть мультиточки, мультилинии, мультиполигоны. Если какие-то объекты, нам нужно писать одновременно сразу сочетание. Несколько точек, несколько линий, несколько полигонов. Вот. В них задается четко атрибутная структура. То есть, если, например, мы берем слой с дорогами, то им чаще всего описывают ширина, покрытие, полосность, скоростной режим, наличие отсутствия разделителя, мостов, такие вот вещи. И данные принято классифицировать, разделять на классы, собирать вместе наиболее похожие. То есть дороги отдельно, они описываются одним набором данных, реки отдельно, они описываются другим набором данных, здания отдельно, они описываются третьим набором данных. Чтобы все это не смешивать в кучу и весь набор данных не применять к каждому объекту. Поэтому классически в GIS принято данные раскладывать по слоям, вот таким вот пирогом накладывать друг на друга. В отдельном слое лежит отдельный набор, связанных между собой, похожих с одной описательной конструкцией в виде таблицы. Даже вот если взять простые презентационные картинки, там, MapInfo, ArcGIS, Map3D, QGIS, сразу видно, у нас панель со слоями важную роль играет, где как данные разложены. Вот. И отдельно большая веха – это таблица с атрибутной информацией, которые эти данные все описывают. Вот классический подход. Что имеем в OpenStreetMap? Начнем с типов данных. Во-первых, OpenStreetMap, их по большому счету три. Точка, линия и отношения. Полигонов нет. Фактически. Хотя реально полигоны в OSM имеются, но полигоны принято считать замкнутой линией с определенным набором качественных характеристик. Но это такая очень плавающая, размытая вещь, потому что как бы четко описали, что такая-то с такими-то параметрами это полигон, такого не было. Это каждый раз приходится, надо знать контекст, и надо выбирать определенные параметры.
Вот. Ну, точка зрения все понятно, а отношения это вообще такая хитрая штука, которая в традиционных ГИСах по большому счету нравится. Через отношения можно передать очень много из классики. Например, отношения это такой объект, который объединяет между собой объекты разных типов. Например, можно в отношениях собирать разные точки, это будет мультиточечный слой из классической системы, или разные линии, это будет мультилиния, или там те же полигоны можно через отношения задавать напрямую, собирать из них мультиполигоны, а также сочетание точек с линиями, точек с полигонами, линий с полигонами. Ну, то есть такие вещи, которые в классике делать, ну, я ни разу не встречал. Может быть, они, в экзотических системах они использовались, но я не попадался. Мне, правда, опыт не очень большой. Вот. Это первая часть реальных основных отличий. Кстати, большая ступень. Чему это все, собственно, рассказываю? Потому что если кто-то собирается использовать OpenStreetMap не в виде готовых выгрузок в GIS-форматах, подготовленных, ну, которые можно скачать с GitLab или с GeoFabric, или, ну, много сейчас таких ресурсов, которые нарезают планету или там отдельные районы и готовят слои, которые можно уже использовать, непосредственно в работу запускать. Не всегда там есть все, что нам нужно. Например, кто-нибудь захочет вытащить слой с гидрантами в Москве, готового набора такого нигде нету. Или там какие-нибудь питьевые фонтаны, бордюры, ну, какие-то там даже точечные деревья. Такого нигде не найдете, это нужно готовить самому. Вот. И когда готовый человек завязает в потроха ОСР, даже если у него есть гис-бэкграунд, вот, то волосы у него начинают шевелиться, вот только на голове. Именно из-за того, что поток хода вроде бы похожий, но сильно другие. Про различия в типах данных я рассказал. Вот, что касается атрибутных таблиц, вот этих, когда классический лист у нас есть один слой, он описывается одним набором атрибутов, они четко структурированы, там либо это текстовое значение, определенное количество символов, не больше того, числовое значение, там integer или float, или что-то. Типа данных может быть много. Вот. То в OpenStreetMap мы оперируем таким понятием, как теги просто. Теги, ключи, они привязываются к каждому объекту индивидуально. У нас нет единой таблицы на весь слой с дорогами. Или, например, там, с дорогами класса праймера или там, с водоемами. Такого нет. Проще всего представить, что в OSM, или не подскажешь, сколько там у нас уникальных объектов с тегами сейчас имеется. Счет на миллионы, на десятки, на сотни. Ну вот, грубо говоря, в базе данных OpenStreetMap, единой большой базе, сотни миллионов объектов, у каждого из которых своя индивидуальная, уникальная таблица атрибутов. Сотни миллионов слоев. Вот. Поэтому если пытаться все... Разбивки на слои нету, поэтому если пытаться все загрузить в один слой, мы получим таблицу атрибутов такой километровой длины, которая одновременно описывает все, что только возможно. Поэтому, когда из OpenStreetMap пытаются выгружать данные определенной тематики, надо сначала разбираться с описательной моделью. То есть, какие атрибуты нам нужны, какие мы, в принципе, оттуда можем получить. Ну, подобные знания можно подчеркнуть в Вики. Там самые распространенные схемы тегирования описаны. Соответственно, если нам нужны гидранты, мы ищем статью про гидранты и смотрим, какими свойствами они обычно описываются и какие атрибуты им могут присваиваться. Мы смотрим, что из этих атрибутов нам интересно и, соответственно, группируем, выгружая эти точки с соответствующим набором атрибутов, отсекая лишнее. Вот, получаем классический слой, ну, который впоследствии можно использовать. Возвращаясь вот к этой вот картинке, правильно организованный серверный, где все разложено по полочкам, аккуратненько пронумеровано, протипизировано, вот в сравнении с этим OSM выглядит приблизительно вот так. Мешанина все в одной куче. Поэтому работа с данными OpenStreetMap
В первую очередь, на первый план выходит умение, во-первых, знание структуры, структур вообще возможно. И второе, умение правильно составлять поисковые запросы. Ну, поисковые в смысле искать, фильтровать определенные объекты по их свойствам. Большая часть инструментария, предназначена для работы с данными OpenStreetMap непосредственно, она, в общем-то, этот функционал имеет. И это неспроста. Так, дальше у меня слайдов нету, поэтому расскажу, почему, собственно, я в заголовок вытащил вот эту вот «похож на автокад» OpenStreetMap. Мне в какой-то момент пришла ассоциация, что у OSM и автокад действительно много общего, хотя одно это система, другой программный продукт. Те, кто с автокадом работал часто много, наверняка подтвердят, что чаще всего мы получаем чертежи, которые представляют из себя форменную помойку. Особенно если ты работаешь с подобными чертежами в большой организации, с кучей субподрядчиков, и вот в итоге на выход на определенной стадии ты получаешь кашу, и совершенно непонятно, кто такой логикой руководствовался, когда заносил свою часть данных. Ту же самую, там, не знаю, дорогу Вася из одного отдела рисовал полилинии с глобальной толщиной. Петя, сидящий с ним за соседним столом, в том же отделе, рисовал ее сплошной штриховкой. Вот. Это все страшная мешанина, это может лежать в одном слое, в разных слоях. Развиваться по слою или, наоборот, индивидуально каждому объекту свои свойства назначаются. Из-за чего это все получилось? Из-за того, что автокад изначально разрабатывался как инструмент с большой свободой действий. Это фактически программный продукт, позволяющий организовать на своей базе удобный тебе рабочий процесс. Вот. Только в силу того, что он был, ну, в нем закладывалась большая свобода действий и минимальное количество ограничений, мы и имеем, что какие-то стандарты внутри организации мало кто вводит, и чаще всего чертежи из себя представляют кашу. Это не то чтобы его недостаток, это, ну как, это и недостаток, и достоинство. С одной стороны, пользователя не ограничивают, не зажимают в строгие рамки, а с другой стороны, пользователь сам должен дойти до определенного уровня культуры, чтобы зажимать себя в рамки, чтобы было проще работать. Вот с OpenStreetMap приблизительно то же самое. Он не ограничен, не зажат рамками, потому что изначально никто не устанавливает схемы тегирования те же самые. Их волен придумать сам пользователь. Ты хочешь внести какой-то объект, которого раньше не было, или который тебя не устраивает, как его обычно назначают. Придумывай. Добрый путь. Назначай свою схему тегирования. Вот. Если считаешь ее полезной, обозначай ее в Вики. Вот. А дальше люди потянутся. Ну, или не потянутся. И получается вот такая вроде бы помойка, вроде бы свалка, а с другой стороны из нее можно вытягивать массивы, огромные массивы качественных данных, если уметь правильно приготовить. Вот, как-то так, не знаю, что еще добавить. Ну, все. Вопрос. Еще как-то не было отмечено то, что Гестап еще пошел класс работы с растровым данным. Да, но в данном случае OSM, ну, как бы не показательный. Я вот еще такой момент забыл упомянуть. Классический GIS — это всегда, ну, не всегда, но чаще всего такова наша реальность, страшный геморрой с системами координат. Точнее, с отсутствием метаданных о системах, с нашей практикой местных систем координат с неизвестными параметрами или с извращенными параметрами. Это даже не геморрой GIS, это не от программы зависит. Нет, конечно, не от программы. Это я к тому, что так или иначе рабочий процесс очень сильно этому посвящен. Ну, понятно. Специфика такая. В OpenStreetMap все гораздо проще. Объединенная система. Да, в VGS-84 и не паси. Можно? Смотри. Ты сравнил OpenStreetMap с автокадом, в котором тоже такая же свобода действий. Но при этом автокад широко используется коммерчески и для взаимодействия между организациями. И есть ли в работе с автокадом, выработались ли какие-то принципы для
облегчение совместной работы, которые можно наложить на OpenStreetMap? На OpenStreetMap? Но OpenStreetMap, мне кажется, никак не совместишься. Что... Нет, да, потому что действительно для автокада практики имеются, но они как референсные документы под редакцией Autodesk, производителя. И то им далеко мало кто следует, на самом деле. Вроде бы вот есть прописаны хорошие практики, как вам качественнее использовать продукт, но из-за низкой отсутствия, ну, из-за низкой культуры использования, причем я долго думал, что это чисто отечественная проблема. Но, почитав хорошенько форумы, я понял, что на самом деле во всем мире приблизительно так. Крупные серьезные проектные организации вырабатывают для себя правила и живут совсем по-другому. А по большей части такая же анархия и свобода действий. То есть они никем не регулируются, ну, так, по-хорошему. Вот, поэтому в отсутствии регулирования саморегуляция, она вот такой вот разношерстный огород. То есть в автокаде саморегуляции, по сути, тоже нет. Только правила смещения руководства. Да, саморегуляция может быть локальной на уровне организации или там на уровне страны, если она принимает какие-то декларативные стандарты. Вот это вот саморегуляция. А в ОСМ тоже же имеете саморегуляция на уровне там локального сообщества. На уровне Вики саморегуляция. Не только на уровне Вики, а, например, в РОСМИ приняли ряд соглашений по тегированию названий, адресов, дорог, ну и более-менее они соблюдаются. Еще вопрос? Спасибо.